Добрый день, уважаемые совечане! По всей нашей необъятной стране проходят памятные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Дня Победы. Этот великий праздник является одним из главных не только для российского народа, но и для всего мира. Главным символом победы над фашизмом является Знамя Победы, водруженное 30 апреля 1945 года 150-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта под командованием генерал-майора Шатилова на крыше Рейхстага в Берлине. Многие страны, особенно западные, начинают забывать о том, что мир спас русский солдат. И только с ужасом можно представить, чего бы достиг фашизм, если бы не героизм советского народа. Сейчас на фронте наши войска защищают российский народ, суверенитет нашей страны. Сражаются за светлое будущее, как наши деды и прадеды. Наше дело правое, а значит, победа будет за нами. Единение перед лицом недруга – вот наша главная сила. Она была и есть по сей день. Сегодня в нашем городе Советске мы поднимаем самое большое знамя победы в Калининградской области в честь великой победы нашего народа над фашистскими захватчиками. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, который вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Гордимся нашей историей и нашей Родиной. С наступающим праздником, Днем Великой Победы! Спасибо нашим дедам
и прадедам. С праздником! Спасибо! Уважаемые совещания, спасибо, что приняли участие в нашем торжественном мероприятии поднятии Знамени Победы. Спасибо, с наступающим праздником!